Спонсор прогноза погоды – Единый центр защиты. Сложно платить кредит? Уменьшите платежи. Избавьтесь от назойливых звонков. Ликвидируйте долги полностью. 248-36-33. В среду в Самарской области ожидается еще один день тепла и солнца без осадков. Температура днем плюс 17, плюс 19, ночью 9-11 градусов с плюсом. Ветер юго-восточный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани солнечно. Днем плюс 17, в темное время суток плюс 9. Восточный ветер, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти безоблачно. Днем плюс 16, ночью плюс 11 градусов. Юго-восточный ветер 2 метра в секунду. В Самаре ясно и без осадков. В дневное время плюс 17, ночью 9 выше 0. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 71%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru. We'll be right back.